Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такой скутер под названием ARC, или некоторые его еще называют ARC. Цена на данный момент этого скутера 97 тысяч рублей. В первую очередь я бы отметил его уникальный, классный внешний вид. По моему мнению, это самый красивый скутер в нашем ассортименте. Во-первых, это же, конечно, классная агрессивная оптика, и вообще сам пластик выполнен в таком стремительном ключе, в таком дизайне, несколько агрессивном. Посмотрите, какое широкое переднее крыло. Сами колеса, конечно же, вообще бомба. Это 13 диаметр колеса, как мы видим, 130 на 60 на 13, и классный вот такой внешний вид литого диска. Переднее колесо смотрим с другой стороны. Мощный передний гидравлический тормоз, дисковый, конечно же, вот такого большого диаметра, что говорит о серьезных намерениях этого скутера. Еще бы отметил, конечно же, уже современный привод спидометра, то есть он электронный, вот такой проводок к нему идет. Да, и хотел бы еще отметить направленный рисунок протектора, то есть резина достаточно широка, это резина универсальная, то есть подойдет и по легкому бездорожью. Скутер это достаточно большой, то есть подойдет и высоким людям. Как мы помним, у, так скажем, у наших больших скутеров панель приборов не крутилась, не вращалась вместе с рулем. Здесь она закреплена неподвижно на руле. Органы управления все внятные, понятные, очень удобные. Это у нас включается габариты и ближний свет фар. Здесь у нас находится электростартер. Далее смотрим. Здесь у нас переключатель ближнего дальнего света фар, звуковой сигнал и указатели поворотов с обнулением. По бардачку, вот посмотрите, он достаточно глубокий. Вот. Также здесь имеется такой крючок для поклажи вместе с фиксатором. Легко убирается. У замка зажигания есть положение для открытия седла. Замок зажигания у нас антивандальный. То есть вот так он закрывается. Как он открывается-то? Вот. Так он открывается. Подседельное пространство. Смотрим. Здесь у нас бак. Бак у нас металлический, что говорит о таком качестве скутера. Подседельное пространство. Ну, как вы видите, оно небольшое. Думаю, пара совсем небольших скутерских шлемов сюда влезет. А так здесь гелевый аккумулятор и набор зеркал заднего вида. Отдельно хочу сказать спасибо китайским производителям за это прекрасное седло. Посмотрите, красная прострочка, различный материал вставок. То есть выглядит все очень стильно, красиво. Причем эргономика удобная у седла, то есть все сделано, ну, я думаю, что специально анатомической формы. Полноценное место для заднего пассажира, крепкие рукоятки, есть выдвижные вот такие подножки для пассажира. Все сделано стильно, в угоду пластику, то есть дизайн, я думаю, это одна из главных фишек этого скутера.
Далее. Задние амортизаторы. То есть у них сделана не только прогрессивная навивка пружины, но она, посмотрите, еще эллипсом идет. Что говорит о, скорее всего, качественных амортизаторах, которые применяются в этом скутере. Также есть и регулировка преднатяга. Двигатель у нас 139 QMB. Сзади у нас стоит точно такое же литое колесо, литой диск с точно такой же резиной, то есть взаимозаменяемые. Задняя износилась, переставили вперед. По задней оптике задний фонарь вот такой, очень стильный. Далее идет у нас задний брызговик, он тоже в едином стиле такой идет. Отдельно у нас установлены поворотники, то есть они не сливаются где-то в общей массе светотехники, а именно выделены отдельно, что весьма информативно в городском скутере. Здесь у нас находится двойной фильтр-бокс, что говорит о том, что ваш двигатель прослужит достаточно долго с таким качественным фильтром. Если вы думаете, что этот скутер какой-то тяжелый и, допустим, девушке он не подойдет, ей будет сложно поставить на центральную подножку, вот давайте я вам продемонстрирую. То есть нажимаешь на эту подножку, и он легко сам встает на нее. Все легко и непринужденно это делается. По панели приборов. Здесь есть у нас тахометр. Вот. Далее. Спидометр, суточный и общий пробег. Сверху у нас часы. Плюс к этому у панели, сейчас, конечно, не видно, в темное время есть три варианта свечения. По-моему, синий, зеленый и желтый. Очень качественная, современная панель приборов. Также видно, что здесь есть указатели. Но это потому, что она, скорее всего, применяется в том числе на инжекторных скутеров. У нас скутер карбюраторный. Здесь вот check energy, температура охлаждающей жидкости. Здесь у нас индикатор дальнего света фар. И указатель поворотов. На солнце, конечно, не так хорошо видно, но все же нужно показать. По светотехнике, посмотрите, две мощные фары. Причем в них стоят лампы галогеновые H4. То есть свет от них очень и очень качественный и хороший. Везде, кстати, применяются лампы накаливания. Ну, при желании их можно поменять на LED-лампочки. Ага. У любой техники, как и у человека, есть, конечно же, недостатки. Их нужно находить, но когда смотришь на человека, конечно, не обращать на них внимания. Но техники, конечно же, стоит сказать о таких недостатках. Здесь недостатком я считаю отсутствие багажника. То есть на скутер ARC не поставишь ни кофр полноценный, ни просто никуда нельзя поставить какую-то поклажу, кроме как в подседельное пространство, либо куда-то под ноги. Ну, либо, если это бутылка воды, то придется сюда ее класть. Да, хотелось бы здесь видеть полноценный багажник, чтобы можно было установить красивый кофр. А так, в целом, больше недостатков я не вижу. Итак, в заключение. Показываю, как я сижу на этом скутере. Мой рост 1,70 м, вес 70 кг. Вот, можно поставить так ноги, можно поставить так. То есть, как вам удобнее сидеть на этом скутере. Вообще данный скутер я считаю самым оптимальным
по крайней мере, из нашего ассортимента, это цена-качество. Да? Ну и, соответственно, посмотрите, и человек низкого роста, и высокого роста на этом скутере будет себя чувствовать прекрасно. Далее, напомню, цена 97 тысяч рублей. Цвета это черный, красный и синий. Тоже очень такие классные цвета с крутым дизайном. Почему я считаю данный скутер оптимальным? Потому что если брать большие скутера, они стоят 120-150 тысяч рублей. Этот скутер до 100 тысяч рублей. И он большой, предназначен для перевозки двух райдеров. Ну и в целом у него самый классный вид, по моему мнению. Диски — это просто огонь. Делитесь своими впечатлениями. Всем пока. Всего доброго.